что это за белка пришла. То есть там вот сзади копия-копия бежит. Это копия-копия? Копия-копия. Ты где? Солнце. Копия. Солнце. Есть ты не хочешь, да? Есть ты не хочешь. Есть я. Не хочу. Не хочу, да. А вот и копия. Копия-копия пришла. Молодец какая. Иди сюда, солнце. Руками бери. Вот так вот. Да, я тебя поглажу, злодейку. Она злодейка, копия-копия, злодейка. Я дал ей гриб большой и попросил ее не уходить никуда. И что она сделала первым делом? Она первым делом побежала на дерево. Причем куда-то высоко залезла. Снимать было невозможно. Солнце. Какой у тебя, слышь, она в отличном тонусе, у нее тело. Упругое ее. Молодой. Вот так вот, да. Только никуда не убегай. Никуда не убегай. А молодец какая. Какой ты грибочек, говорит, ты мне дал, говорит, не тот. Злодейка какая. Вчера такой шикарный ролик получался у меня. Снимал с копии. И все пропало, надо же. Такое тоже не будешь, да? Тоже, говорит, не буду, да. Я положу здесь орешек. Он никому не мешает. Уходить будешь, возьмешь, солнце. Тут дождик. Дождик капает. Такой он редкий. Редкий. Но все равно неприятно. Да, солнце? Да, я тебя поглажу. Дай поглажу тебя, злодейка. Почему-то у ней никак кисточки на ушах не пропадают. А если пропадут, я ее перестану узнавать. А у нее еще дырка в ухе. Ну, по дырке можно будет узнавать ее. Бежит сюда злодейка, которая любит вот такие вот орешки. Солнце. Вот она прибежала. Я, говорит, прибежал. Я прибежала, говорит. Побежала. Копия убежала, да. Ах ты, какая злодейка. Какая ты злодейка. Укусю, говорит, укусю. А я тебя поймаю вот так вот, и все. И что ты будешь делать? Солнце побежало. Все, люди пришли здесь. Злодейские, вот они идут. Все.